построен, осталось навести порядок. 60 детей-сирот из Николаевского района скоро получат однокомнатные квартиры в рабочем поселке Николаевка. Новый дом осмотрел губернатор Сергей Морозов. Объект уже введен в эксплуатацию. Проведены коммуникации, обустроены дворовые территории. Отопление в доме электрическое. Скоро молодежь сможет заселиться в новые квартиры. Мы ускоряем процесс, не хотим затягивать до зимнего периода, чтобы ребята все заселились вовремя, скажем, там осенью. И в отопительный сезон уже сами, как собственники жилья, заходили спокойно. Студентка педагогического колледжа Лидия Соломенцева получит квартиру в этом доме. После выпуска из педагогического колледжа Лидия планирует переехать из родного села Барановка в Николаевку. Девушка мечтает скорее навести уют и устроиться на работу по призванию. Квартиры очень хорошие, мне понравились. Вот. Понятно. А скольки-комнатная квартира? Однокомнатная квартира. Работать по профессии буду, конечно же. Вот даже можно в Николаевской школе. Для многодетных семей тоже есть хорошие новости. В 2020 году выделено 64 земельных участка. По словам представителя местной власти, угодий хватило на всех. В этом году, в 2020, мы полностью закрываем все потребности многодетных семей по земельным участкам. У нас в районе 363 многодетных семьи. Из них обратилась к нам с заявлением 101 семья. В следующем году будут заготовлены еще полсотни участков для многодетных семей. Виктория Чиркова, новости Улправда ТВ.